think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обзорчик на следующего героя. У нас сегодня будет на обзоре Дуэлянт. Довольно-таки интересный герой, простой. Есть возможность собрать его без доната, с командных новых подземок. Также есть возможность его получить с донатной картой. Мы в основном, ребята, оттуда и повытаскивали их. Я показывал шансы на дуэлянта очень-очень большие. Что по сборкам? Во-первых, герой довольно-таки неплохой дамагер и имеет очень обалденную скорость атаки 0.4. То есть, если у других героев в среднем вот в районе секунды и свыше, то здесь у нас 0.4. То есть, он по скорости даже лучше, чем череп. По показателям, да, вот Ронин 650, 700, а здесь 0.4. Довольно-таки неплохой герой. Иногда на него ставят даже Берс, но в реалиях нынешних самый оптимальный вариант. У меня вот такая вот сборка ОЗ-шка для того, чтобы не пробивали, плюс Зефир не так быстро сливали. Он бьет зонально, да, в какую-то зону. Наносит 1820 на максималке, по-моему, 1900 на 15 скилле. Трем целям он дает дамаг, снимает с них баф, а также дополнительно наносит каждых 0.25 секунд на протяжении 4 секунд дополнительный дамаг. Чистый урон. То есть это такой же урон, как и у Зефира. Получает на 65% меньше дамага, иммунитет к параличу и стану. Также он восстанавливает себе 45% от нанесенного дамага вражеским героям. Ну, в общем, герой-дальник. Поехали. Вот давайте на подземочках его протестируем. То есть за счет скорости атаки и за счет стана, он, вот видите, зонально бьет. Он довольно-таки, в принципе, неплох на подземках. Единственное, вот, да, он автопрокер, но, как видите, бывает по-разному летят. Летит его ульта, плюс дальник, то есть он наземный, дамага, конечно, выдает дофига. Вот дополнительный дамаг видно. Он дополнительно идет каждых 0.25 секунды. У него реально дофигища дамага, и он зачастую просто будет на отражалке у вас сливаться. Поэтому какие есть варианты? Ну, многие там бегали с Берсом, но Берс тоже это не особо, сейчас я гляну, у меня есть, по-моему, Берс где-то был 9-й. Сейчас пойдем на какую-то кошмарку, вот 5-ю, например. Для подземок, вот, для бездоната это реально классный герой. То есть он и дамагер, и для подземок на ура зайдет. По талантам варианты какие есть? Утекание я пробовал, тестировал, довольно-таки неплохо. Можно скомбинировать там СОЗ плюс утекание, чтобы был увеличен еще дополнительный отхил. Так как он хилится еще у меня от обряда, то есть однозначно обряд самый лучший вариант. Почему? Дальность атаки, как бы он будет первым бить, плюс будет включаться отхил, у него иммунитет к стану, но нету других иммунитетов. Плюс он накидывает, парализует тоже, как видите, героев. Ну, правда, тут очень мало, там, по-моему, 1.8 или сколько секунд, сейчас посмотрим. Ну, этого времени очень мало, но в основном, вот, опять накинул. Смотрится это реально круто. То есть по дамагу он обалденный, вот с Берсом включается, а еще по тыквой, под разгоном. То есть как вариант без доната его использовать на подземках, очень даже ничего.
Для PvP локаций какой вариант? Если ему поставить ремку, ну, в принципе, я не знаю насчет ремки. Давайте сейчас поставим. Вот такой вот вариант. Сбегаем на арену. Так, сейчас я его не поставил. Ремочный вариант. Он точно так же, как и вот зеленый наш плащ, может включиться в рандомную зону. Есть тоже такой вариант. То есть тут тоже надо использовать его в определенных сборках, и я не знаю, или ставить, пробовать под углом, потому что кто бегал на битве гильдий, думаю, многие замечали, что бывает, он просто вообще в другую сторону фигачит своим скиллом на дефе. Так, сейчас мы его поставим. Ну, для PvP локации, в принципе, довольно-таки неплох, если вы его, опять же, соберете с дефом и с утеканием, то есть, ну, обряд лечения, как по мне, самый оптимальный вариант, дает ему дополнительно еще жизнь, плюс отхил. Варианты саски тоже, в принципе, блин, опять напал. Сейчас пусть добьют. Вариант саски тоже, в принципе, неплох. И поставить утекание, например, эмблема либо таланта. Ну, все уже зависит от того, насколько вы хотите там его качать, потому что на сегодня в большинстве локаций этот герой не востребованный, как и остальные. Но он поярче будет, и я думаю, у многих. Так, мы его сюда добавили. Поехали. Вот, видите, он включился, то есть ремка зачастую, ну, просто не актуально на нем. Он и так, в принципе, набирает быструю энергию. Рисуют по нем. Смотрите, ну вот видите, да, молчанка прошла. То есть он нифига сделать не может. У него нету иммунитета. Это один из самых таких больших минусов. Хотя есть иммунитет к стану, но нету иммунитета от молчанки, поэтому его свободно блокируют, и он нифига толком сделать не может. Хоть он и нормальной прокачки, но его убить тоже сложно за счет того, что у него нормально такие отхила, плюс у него дополнительно есть дэф. Но это у нас стоял дрогу. Поэтому такой вариант ремки на него вообще не катит. Вариант есть, если отражалки, это ПДшка. Сейчас попробуем с психощитом. Посмотрим, спасет, не спасет. Просто надо, чтобы вы определились, куда вы хотите его, где вы хотите его использовать и против кого. Ремки однозначно смысла нету, потому что он включится раз и все, дальше уже нифига он сделать не сможет. Даже психощит, мне кажется, тут надо только Рудольфа ставить скорее. Без вариантов. Он нифига сделать не может. Заморозка. В общем, толку никакого нет. Давайте поставим сюда Рудольфика, чтобы снимал молчанку. Так, ну, в общем, здесь я рассказал. То есть вариант самый оптимальный, это, конечно же, ВЗшка. Это для PvP локации, если вы вдруг там встретите зефиров и прочих. СО тоже можно ставить, можно их вместе ставить. Так вариант, вы улучшите ему деф. Плюс вас не будут пробивать, там и такие герои, и зефир. По чарам. Это вариант обряд лечения, но он очень фигово сейчас падает. Либо же ССК. То есть таких вот два варианта. Довольно-таки неплохо смотрится на нем. Что-то ставить другое. Я пробовал необузданную ярость. Ну, честно скажу, это скорость атаки до сраки, если у него не будет нормального отхила. То есть ему надо на сегодня хороший отхил. По созвездиям, конечно же, самый оптимальный вариант — это уклонение. Ну, уклонение, точность, чтобы по нем меньше попадали, потому что его могут ушатать с одной тычки жизни, у него не так уж и много.
Что там у меня по статам на нем? Вот, 12 тысяч уклонения получается, 6800 точности. То есть более-менее такой оптимальный вариант. Давайте сейчас сюда. Давайте попробуем с истинной верой. Вот такой вот вариант. Дополнительная блокировка будет. Сейчас пробежим дальше. Так, еще одна фрая есть. Интересно, попробуем против стрелка. Ну вот сейчас посмотрите, он игнорирует, но опять же словил молчанку. Ну Фрей он разберет, если Фрей особо там не атакующая, он Фрей должен разбирать. Посмотрите, сколько он дамага ей накидывает. Вот единственное тоже может быть минус, он может переключиться на голубей, они будут просто в другой стороне стоять, и ничего не сделаешь. Фига себе, он дамага. Вот скорость атаки, ну я не знаю, добавлять ему берс, либо необузданную, ну я не вижу смысла, если он будет у вас ватным. Сейчас попробуем каких-то топов найти, интересно. С какими-то огниками тут все без прорыва сейчас. Со вторыми эволюциями, 10-м скиллом, это, конечно, не противники. Ну, видите, его можно тоже заблокировать, заморозить. Тут не ихти прокачки. Для подземок однозначно, да, за счет того, что у него иммунитет к стану. Это реально круто, он дамажит классно, то есть выставили героя всех и без проблем можете бегать по подземкам. Так, вот отлично, что-то интересное есть у нас. Попробуем. Так, все в разброс, там Мэри Барт. Разбирают все равно. Такая сборка, она не особо много дамага наносит, то есть это более такой дефный вариант. Если его собрать на дамаг, он просто отлетит. Это хоть более-менее. Если же вы будете на подземке собирать его, то как вариант можно поставить ту же самую ППшку. А, плюс ПДА. Этого вполне хватит. Ну, продержался, по крайней мере, но, как видите, ушатать он никого не смог. Он даже отсюда достает. Словил, вот смотрите, словил молчанку и все. Мы попробуем сейчас через низ забежать. То есть этот донат, ну, условно донатный, да, герой, условно бездонатный, который будет, конечно, крутой для бездоната на определенные локации, но в топах вливать в него ресурсы. Когда он вышел, на него были большие надежды, но когда прокачали и начали дальше вводить героев, на сегодня он просто уже забыт. Но помочь в PvP локациях, вот посмотрите, что он с ними сделал, вообще просто изи. Он очень может любому аккаунту, особенно бездонатному, это, как по мне, один из таких хороших героев для усиления. Думаю, у многих он появился, тех, даже тех, кто не фармит там групповые. Давайте еще против Фобушки попробуем. Вот видите, достает с центра. То есть у него дальность атаки свыше, чем 4 клетки. Нифига себе, смотрите, что он творит. Просто тупо ушатал камешек. Такс.
Поехали дальше. Поехали дальше. Давайте попробуем вариант. Пусть будет этот же вариант. Попробуем его на ЗБшке. Да, тут у меня, конечно, противники супер. Вот опять же, я вам показал на арене, что Римка на него, в принципе, как вариант, можно попробовать. Сейчас будет Римку. Вот смотрите, что творит. Против обычных героев вообще. Просто имба. Так, вторая пачка. Ну, может, сейчас встретим нормальную пачку. Если сравнивать, да, его и мастера рун, мне кажется, мастер рун в разы круче. Универсальный, по крайней мере. Там роза осталась. Нифига себе. Добили все-таки. Махатма. Чудеса выдает. Ну, наверное, Фрея ее ушатает. Не вижу, с чем там Фрея. Чуть-чуть не хватило. Так, есть огник, поехали посмотрим. Все равно пробивают, накидывают недомогание на него и молчанка, он встретит, ничего сделать не может. Но по крайней мере против 30-х прорывов держится. Ну то есть такое, это средний герой, если вы решили его вливать ресурсы, не знаю, я бы влил, наверное, в таких более востребованных там ворожей и прочее, там тыква даже та же самая, ее прокачать нежели этого героя. Ну, если у вас есть средства лишние, то чисто ради силы качнуть его можно. Ну, либо ради подземок. На подземках он довольно-таки неплох будет. Ну, до восьмых, то, по крайней мере, точно. То есть, без проблем можно будет бегать. Мне интересно, сейчас на седьмую забежим. Жалко, нету ускорения на подземках. Вот, в принципе, я вам так все рассказал по данному герою. Герой, ну не знаю, очередной условно бездонатный донатный герой, который, ну, особо роли в топах никакой не делает. Для бездоната это однозначно плюс. На подземке можно свободно его использовать под ускорением. Он просто будет шатать, он даже без ускорение в хорошей прокачке просто будет улетать, будут все. То есть ставите ему ОЗ-шку, ставить можно утекание, ставить вариант, если вы хотите на ПВП против отражалок, все-таки ПД-шка нужна, плюс обряд лечения для увеличения жизни и отхила, либо ССК, если у вас утекание будет, чтобы увеличить по максимуму уже. А, собственно, отхила у него будет маловато, честно скажу. И все, и можно свободно танчить. То есть сделали там дефный вариант плюс отхилы, и его хрен кто пройдет. Ну, относительно хрен кто пройдет, его можно заблочить.
Ну вот на подземке это самое то. По крайней мере, если у меня я когда-то его соберу на каком-то своем бездонате, то я чисто его буду использовать на подземках. На PvP локации есть намного интереснее герои и бездонатные, причем которые более востребованы. Ну, этот герой тоже, в принципе, нужен для прокачки. Поэтому никуда не денешься. У кого есть, качайте. Для подземок, по крайней мере, можно использовать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.